Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь. Итак, это обзор на демо-версию Pro Evolution Soccer 2020. Итак, несколько команд, Ювентус, Манчестер, Бавария, вроде они и бразильская лига стали лицензированы в новом Pro Evolution. Ну что же, в самом начале нас приветствует местный матч, быстрая игра и тут все такое, ну а это нам не разрешено сыграть не My Club, Мастер Лига и карьеру за игрока. Новые приемы. Так, ну, давайте местный матч. Вот они все команды. Давайте сыграем Барселона против Ювентуса, Криштиану против Месси. Посмотрите, как здесь интересно представлено, кстати. Стадионов здесь целых три. Давайте на новом Альянсе сыграем на стадионе Баварии. Итак, Альянс Арена лицензированная. Теперь мы посмотрим первую хотя бы заставочку. Вот это вот первый раз. Ну вот он, стадион, Месси. Где-то там вдалеке мы видим Криштиану Роналду. Ну, вроде пока что ничего такого сильно не изменилось, но видно, что как-то графика именно форму Барселоны сильно пестрит. Ну и видно, вот, что болельщики не все заскриптованы, но это видно, что какое-то присутствие все равно болельщиков видно. Ну и вот так вот показывает нашу расстановку. 4-2-1-3. Ну, стало по 4-3-3 играть. Месси все-таки решил протестить на 95 уровне. Ну и вот. Ювентус, Роналду будет играть слева. Так что посмотрим, как справится у нас Серджио Роберто. Ну что же. Мы в центре. Так, новый элемент управления, чтобы... Так, новая камера. Ну, давайте все снова попробуем. Итак, Серхио Бускетс. Вот неплохо. Роберто дает навес на Луиса Суареса. Тот промахивается. 7-я минута матча. Посмотрим на повторы еще. Интересно это все смотреть. Роберто вот здесь вот почти дошел до фронтальной линии, но... И причина неудачных действий. Игрок рискует нанести неточный удар. Предлигли. Так. Ага, ну то есть все реалистично стало. И вот он, Серджио Роберто. Находит этим пасом Луиса Суареса. В штангу попадает. Уругвайт. Ну, посмотрим пока что именно этот первый матч с новой камерой. Потом уже там посмотрим, как понравится нам или нет. Так что Пауло Дибало здесь на фланге. Отлично. Вот он, Леонель Месси. Мяч у него так сразу отбирают. Говорят, штрафной это будет в ворота Барселоны. Нарушил здесь Бускетс на Манджукича. Нажмите, ну, чтобы вратарь делал шаг. Отлично, Терштеген. Пьянич пробивал. Странно, вот это точно нереалистично. Потому что все штрафные в Ювентусе забирает себе Криштиану Роналду. А вот этот момент. Отличный заброс идет. И забивает Луис Суарес. И это 1-0. Забивает уругвайец. Голов сегодня один. И так сразу это показывается. И теперь не снизу это пишут, а сверху, слева в углу. Ну и отлично, посмотрите, здесь еще и перекинул вот так вот аккуратно вратаря. Шикарный гол. Отличная дальняя передача от Каутиньо. Оторвала сразу всех защитников, но здесь вот Килини все-таки приближался уже к Суаресу, но догнать так и не успел. Побоялся, наверное, после того укуса. Ну что ж, друзья, интересно, конечно, получилось. Попробовал, почувствовал во всех мяч. Не удалось, к сожалению, забить за Роналду и Месси. Так, запишите в комментариях, хотите ли вы видеть матч
Вагер такой, можно в демке сыграть с Максимом, но где-нибудь он выйдет в конце, может быть, августа. Давайте, наконец, за мой любимый Манчестер Юнайтед в Англии, вот против Арсенала сыграем. Итак, стадион, есть ли здесь Олд Траффорд? Ну, все, так, три стадиона, говорили, что будет намного больше. Давайте попробуем тогда на Альянс Парк. Не знаю, что это стадион. Так, форма. Посмотрим. Давайте мы в красный, они пусть тогда в желтый. Новая, кстати, форма у Манчестера. С таким старинным логотипом, такой вот, окантовочкой. Итак, матч. Теперь уже английской лиги. Манчестер Юнайтед, Арсенал. Ну и давайте с той же камеры пока что будем привыкать к нововведениям. И отлично, какой мы заброс делаем сразу на Марсиале. Находит он Эшли Янга, тот навешивает на Ромелу Лукаку. И как мы тут шикарно все разыграли, друзья. Шикарный гол Ромелу Лукаку. Уже 4-я минута, мы быстро разыграли. И вспоминаю себе FUT14, что каждый навес это был голом. И сейчас это буквально сработало. Замечательно, во-первых, мы нашли Марсиаля на правом фланге. И он скинул просто Эшли Янги. И отлично, уже 1-0. И отлично, у нас Санчеса. И снова Янг с его навесом на Лукаку. И это дубль. Это просто идентичные голы. Ну вот этот был уже гол. Точнее, празднование этого гола. 2-0, друзья. Дубль Лукаку. Под копирку два одинаковых гола. Ну и давайте последний, третий матч мы сыграем за Баварию. И не знаю, вот за кого действительно тут можно прям сыграть за такую. Давайте все-таки теперь мы против Манчестера сыграем. Повторим все-таки тот легендарный финал, когда Манчестер Юнайтед обыграл на последних минутах Баварию. Так что это будет интересно. Итак, последний матч в сегодняшнем нашем обзоре. Потом, если вы напишите об этом в комментариях, если вы это хотите, наберете нужное там количество лайков. Не знаю даже, сколько стоит набрать ради этого. Да, наверное, это мы даже и без лайков бы смогли. Но просто поставьте, если вам не жалко, лайк. И вам понравился этот сам видеоролик. Мы обязательно сыграем с Максимом. Потому что здесь есть его любимый Криштиану Роналдо с Ювентусом. И есть мой любимый Лионель Месси, так что это мы зарубимся. Ну и другие команды тоже бы интересно было бы посмотреть. Например, Бавария Арсенал. Это постоянный матч в Лиге Чемпионов. Ух, как мы сейчас убрали. Коман находит Левандовского. Так, здесь, кстати, вот радуга, это одна и та же кнопка, как и в том раз. Ой-ой-ой, сейчас будет перехват. Ну хорошо, здесь у нас Давид Алаба остается. И отлично, Роберт Левандовский, идет заброс. Коман обратно возвращает, и это 1-0, это Роберт Левандовски забивает уже на 31 минуте. Быстрый, это можно сказать, гол, потому что гол, забитый в первые полчаса, считается быстрым. Ну, здесь вот Коман замечательно вернул ответочку, и прям под перекладину замечательный гол от поляка Роберта Левандовски. Потерял немножко позицию, но вот здесь все. И это 2-0. Вот так вот издевательски забивает Тиаго Алькантара. Замечательно допрессинговал. Вот здесь вот потерял, конечно, мяч. Но все-таки Смолинга уж точно нужно было проходить. И вот так вот издевательски низом. Давайте все-таки сделаем последнюю замену. Мы уже ведем 2-0. У нас есть еще 10 минут. Не знаю, зачем нам. Я не знаю, вот что будет, если поставить все-таки. Вот, Мюллера можно 82-м сделать и выпустим Бена Дэвиса. И вот так вот замечательно Бен Дэвис, вот оно, вот я его выпустил, и что он сейчас сделает? А он забивает, вот так вот сразу же, с развода мяча он забивает. И отлично, 3-0, громит Бавария Манчестер. Что тут еще можно было бы по заменам сделать?
Никого больше нельзя таких популярных выпустить, нету больше на скамейке. Ну вот так вот Дэвис отобрал. Итак, 3-0. В концовке пропускает Манчестер еще один обидный мяч. С вами был Андрей и канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья. До свидания.